праздничной суете можно забыть самые простые вещи. В масленичную неделю пожарные напомнили горожанам правила поведения в быту. Способ выбрали весьма оригинальный. Посетителям парка Харинка спасатели раздавали бумажные блины. Здравствуйте. Здравствуйте. Соблюдайте меры безопасности в праздничных дни. Вот, и ребенку раскрасочку. Спасибо. 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 На блинах бумажных напоминание, как безопасно приготовить блины настоящие. Даже самая опытная хозяйка иногда теряет бдительность. Мы по традиции отмечаем масленицу, печем блины и соблюдаем правила пожарной безопасности. В частности, если пожарил блины, нужно сразу же отключить плиту. Языческая традиция сжигать чучело масленицы для спасателей – отдельная головная боль. Никакими документами по пожарной безопасности этот старинный обряд не предусмотрен. Гости праздника, как правило, не сомневаются в безобидности происходящего. Ну, если все под контролем, то, я думаю, ничего такого страшного может не случиться. Ну, как и организаторы вот, парка будут там соблюдать правила техники безопасности, мало ли чего, правильно. Народу много, а для всех нужно все-таки как-то это... угодить. Всем хочется, чтобы весело детишкам было и взрослым, правильно? Проводы зимы и символичное сжигание чучела, как правило, устраивают в городских парках. За безопасность в этом случае отвечают организаторы массового мероприятия. Необходимо определенное расстояние определить до ближайших зданий и сооружений, если таковые имеются. Если лес, то, конечно, или парковая зона, тоже расстояние необходимо определить. Также учесть ветер, с какой стороны. Ну, соответственно, людям близко подходить к костру, пламени не следует. Словом, на организаторов надейся, но от костра держись подальше. Флешмоб «Безопасная масленица» спасатели провели по всей стране. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.